первый Calibre Pictures представляет. Меня часто спрашивают, как я докатился до такой жизни. Я и всегда отвечаю только правду. Все началось после первой кружки пива, затем связался с другой компанией и понеслось. Единственное подтверждение этих времен – данный клип, созданный экспериментальной видеостудией «Легенда». Качество видео оставляет желать лучшего, ибо оно оставлялось во времена динозавров. Если что, звони. Пусть знает, что за бабок любит, блядь. Да кто? Не знаю, я, блядь, Диму в первый раз не слышал. Как прокачать, блядь, колеса на дорогу? Раком! Одно слово! Поехали, волчар! Да понимаешь, они неделю качают, блядь, понимаешь? А что там? Короче, поехали! У них пытки творчества, блядь. Там уже не муки, там уже пытки, блядь. Они все на говно уже ищут, блядь. Весь таких доходит. Блять, из тех ворот, откуда весь народ, из пизды на лыжах, другого пути еще не придумали, блядь. Россия требует героев. Пизда, нажать дураков. Ну все, погнали, время. Кому? А нахуй мне сейчас нужен? Мне надо сюда творки. Потому что когда я еду, я делаю так. Вот гад. Дело в том, что, как бы это сказать...
сзади подходит. Ага, вот они, вот это уже жопа. Безумно одиноко, я тихо напеваю.